79-я школа Сормовского района Нижнего Новгорода стала самой большой в регионе. Несколько лет назад общеобразовательному учреждению передали здание бывшего интерната номер 4. Здесь обучаются теперь более 2000 человек. Однако прилегающая территория с хозяйственными постройками – общая головная боль. У школы очень большая, обширная территория в 5 гектар. Школа была оснащена частично забором и частично электричеством. В настоящий момент мы территорию школы замкнули, забором установили на всей территории, поправили освещение, восстановили его. Также произвели вырубку поросли и снос аварийных деревьев с территории. В настоящий момент мы производим снос 4 аварийных зданий, которые ранее использовались интернатом номер 4, когда дети здесь еще и проживали. В настоящий момент эти здания признаны аварийными, подлежащими сносу. На территории уже демонтировали помещение бывшего овощехранилища. Сейчас сносят сараи. Территория огорожена, рабочие патрулируют ее, чтобы во время демонтажа дети и зеваки не подвергали себя опасности. В скором времени здесь будет установлено видеонаблюдение для обеспечения дополнительной безопасности. В этом корпусе у нас обучается около 350 учеников, среди которых 146 детей – это дети с ограниченными возможностями здоровья. Таких детей у нас здесь 12 классов. Из этих 12 классов 3 класса – это дети с расстройствами аутистического спектра. Также работают кружки и секции, то есть дополнительное образование. И мы считаем это особенностью нашей образовательной организации то, что дети, которые имеют ограниченные возможности здоровья, вместе с детьми нормы посещают эти кружки и секции совместно. Как добавляют в районной администрации, в этом году в 79-й школе был произведен самый крупный комплекс ремонтных работ среди всех школ в районе. Отремонтированы отдельные классы, напольное покрытие в двух корпусах, вставлены новые окна и двери, произведен ремонт лестничных маршей. Олег Лавров, Время новостей.